завод сходи. Так, я могу потом провести спасательную операцию в одиночку. Без обид, но мое благополучное возвращение не твоя забота. Моя шкура, мой план. Решай, Питер. Наш лидер Питер Квилл. Тяжесть твоей смерти ляжет на его плечи. Ну все. Полностью согласен с планом ракеты, который я очень внимательно выслушал. Видишь, даже капитан Звездный Кадет не доверяет твоим способностям. Что? Каким способностям? Я считаю, что нельзя полагаться на технику, которую ты не сможешь использовать. Это же не квантовый... Они серьезно? Похоже, сквозь дарем. Имя? Стражи Галактики. Не слыхал о таких. Но и врут. Честные торговцы чудовищами. В данный момент. Что в ящике? Омерзительный зверь с полусвета. Самая злобная тварь в квадранте. Убоги. Побоги? Ракета... Он мелкий. Это живоглот, свирепый, как ваша хозяйка. Подумайте еще раз. Ладно, проходите, пока я не передумал. Но если леди не понравится, я запихну ваши останки в этот ящик. Живоглот? Точное название. У зверя ужасно. Все будет хорошо. У нас есть монстр и прекрасный план. Будем осторожнее, Питер Квилл. Если леди Хеллбендер раскроет наш обман, ее месть будет быстрой. Что, меня должно искать одно ее громкое имя? Она лишь управляет зоопарком. Это не зоопарк. У королевы чудовищ есть армия чудовищ. Может, они смотрители зоопарка с пушкой? Не видел прирученного Уортаса? Видел, что он делает с врагом. Да ладно. Ну, в худшем случае мы смоемся на Милана. Твой гениальный план сбежать? План Б, который нам не понадобится. Не угонится она за нами со своей сворой чудовищ. О, да ладно. Почему мы просто не сели здесь и не избежали неприятной прогулки? Потому что Квилл летает, как одноглазый Баду. Нам нужно было усовершенствовать план. Теперь он безупречен. Леди Хеллбендер тоже. Когда монстр пропадет, она подумает на нас. Да, подумает. Ну и все. Это же не повод преследовать нас по всей галактике. Ого! Вы только гляньте. Я выбрала не ту профессию. Весьма достойна такой воительницы, как леди Хеллбендер. Однажды у нас будет и куб. Не у тебя. Ну-ка подойди к клетке и повтори. Так, живоглот, пусть все услышат твой зверский вой. Сосредоточьтесь. Нужно подойти к делу серьезно. Это значит, нужно продать образ. Вот именно. Череп Геларона поистине бесценный трофей. Узрите. Вот зачем хранилище. Бесценен? Хранилище? Хвосту скрытность! Устроим старое доброе ограбление! Нет! За мной и слушайте. Вам не следует подходить к трону леди Хеллбендер. Если она подойдет к вам, оставайтесь на месте. Без резких движений. Обольщен, что королева удивила. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотел обидеть. Я знаю, чего ты хотел. Не отказывай мне. Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Тарака. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, я сказала, госпожа. Выпускай. Расплюнуть. Thank you.
Следующий. И переведите 10 тысяч юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Дракс Разрушитель. Погибель безумного Титана во плоти. И в какой... Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить? Сомневаюсь. Посмотрим, Разрушитель. Я могу быть напористо. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Так подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Леди Хеллбендер, размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, Разрушитель, что привело тебя на Сигнарф 9? Питер Квилл, покажи существо. Ну, наконец-то, мяч. Оно говорит прелестно. Квилл, уйми ее. Лучше его не гладить, а то он палец отхватит. Зубы жуть. Такая прыть достойна восхищения. Как он зовется? Живоглот. Вид у него не ахти. Если бы я не знала, то решила бы, что это обычный зверек. Да, но это уникальный экземпляр. Загляните в эти злобные глазки енота. Никакой я не енот! Вы увидите в них настоящего монстра. Злого, страшного и огромного монстра. Сколько вы хотите за живоглота? 20 тысяч юнитов. Двадцать тысяч. Никак не меньше. 20 тысяч? Ого, да. Я думал, может, 12? Нет. 9? Это создание никчемно. Я бы лучше купила Флора Колоссус. Видишь? Что? Ты хочешь купить Грута? Он продается. Нет! Выкуси! Подумай о деньгах, ракета! Я и думаю! И Грут не продается! Ракета! Лихо
Ничего удачного! Отходите потом, надо идти! Где мои дроны? Я хочу, чтобы стражи сгорели! Это что? Она жульничает! Как мне лишь у тебя смерть? Не дохнет, Квилл! Деритесь, трусы! Эй, парни, мы попали в ловушку! Блин! Нет, попали! Так, где ищем выход? Живо! Такой смерти нет чести! Думаешь, мы полезем в канализацию? Я не буду снова махнуть! Я не хочу слышать ни слова от тебя! Странная у вас манера говорить спасибо. Я не испытываю благодарность. У всех бывают ошибки. Кто-то служил Титану-безумцу, а кто-то сбрендил, преследуя его. А кое-кто обижается, когда его зовут никчемным. Ты не никчемен, Ракета. Но для Хеллбендер он никчемен. И она захотела Грута. Так, хватит обо мне. И вини во всем капитана нерешительно. Я виню психа, который начал палить во все стороны. Продолжай, Хобери. Хочешь увидеть настоящего психа? Сюда. Тише вы все. Вперед. Перехватим у хранилища. Вдохните поглубже, мы на месте. Хранилище, как и обещано. И закрытая дверь. Ракета! Итак, сойдет. Быстрее, народ, шевелите болтами! Сиди живот, крот! Дракс, ты! Ну, проще. Ты! Гамора, своих убивать нельзя! Чего бы? Прописано в контракте! Я такого не обещал! Он нас подставляет, Питер! Ха! Говорит, самая одиозная женщина галактики! Самая опасная! Да пофиг! Как насчет спасибо, Ракета? За то, что чуть не угробил? Я привел всех нас в самое позорное хранилище в Большом Магеллановом облаке. Ты говорил про сокровища. Череп Геларона бесценен. То есть не стоит ничего? Стоп! Нам нужен план. Согласен. Мои руки уже слегка устали. Упрись ногами. Гамора, прикрой его. Мы с Ракетой поищем что-нибудь ценное. Грут! Ничего не сломай. Питер Квилл. Там стало тихо. Тихо в смысле мирно или тихо, как в могиле? Явно, как в могиле. Дракс, только не говори, что ты нас запер. Я ничего не делал. Вы меня почти удивили. Зверек, несмотря на свой вид, оказался и впрямь зубастым. Полюбуйтесь моими трофеями, стражи. Больше вы ничего не увидите в своей жизни. Жаль тратить клинтрианский газ на столь ничтожных посягателей. Постарайтесь не забрызгать мой череп Геларона. Давайте ищите выход. Срочно! Готово! Идем, народ! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь! Я тоже надеюсь! Народ, все целы? Гамора, Дракс! Жить буду! А, мой эпителиальный слой невредим! Ракета, Грут, вы где? А, вметь! Кто-нибудь видит выход? Я вижу яркий свет. Не иди на него. Стражи галактики! Сколько еще раз мне придется вас убивать? Отвлеки ее. Какая дерзость! Украсть решили! У кого? У меня? Для протокола не все поддержали этот план. Спасибо, Квилл. Валяй, можешь сдать нас всех с потрохами. Хотите знать? Что я сделала со всеми теми, кто счел, что я легкая добыча? Отпустили их? Дело плохо. Мы попали.
Леди Халбендер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Твой вызов. Пустой звон, разрушитель. Вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать! Зачем ты нас отозвал? У меня, например, все отлично. У меня тоже. Может, он хочет, чтобы ты не мешал? А может, он хочет, чтобы ты отдохнул и посмотрел, как работают профи? Ну же, расслабьтесь. Мы должны прикрывать друг друга. В одиночку никто не победит. Именно. Если мы не дадим себя разделить, то обязательно победим. Кто со мной? Ляулдата подождал! Любовь? Он пытается лечиться! Нет! Только не это! Хватит играть с ними! Убей их! Ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева леди Халбендер. Поживем, увидим. Что за... Ваши кости, стражи галактики. Она будет неотступно нас преследовать. Дай хвост с ней. Главное, что мы смылись оттуда с кучей денег. Которые ты вынудил нас украсть. Да, как насчет ограблений на Цитопии? Ты тогда не жаловалась? Леди Халбендер, это не банк. Да, очень жаль. Иначе куш был бы покрупнее. Воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Халбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Как странно. Только о деньгах думаешь, грызун? Нет, еще я думаю о бомбах. И о бухле. Бомба избухла. Ники. Это правда?
и правда мой отец? Что-то не то со связью. Что, кот обратил? Да, один черт. Ники, мама рядом. Мне нужно с ней поговорить. Она со мной. И во мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту. Сужал диапазон? Первым делом. Проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники. Позови маму. Я знала, что ты мой отец. Много бед. Кажется, с девочкой что-то случилось. Вступила в корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверю узел связи. Я могу его вернуть. Я могу всех вернуть. Нужно только... Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Ракета, да не пыхти ты! Это же провода! Это провода? Ты полюбуйся! Где я возьму запчасти для ремонта? Все в хлам! Я говорил, нельзя ее на борту оставлять! А ты послушал? О, нет, нет! Мы не слушаем ракету! Он здесь за тем, чтобы корабль чинить! Обещаю, мы все починим скоро! Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает! Да, как же! Эй, это обидно! Сказать, что обидно, Квилл? Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана! Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, мне знакомо на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекер Нова за полцены. Не бросим же мы, дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Дракс. Может, это просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Корел. Выплатим штраф. Ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. А где все? Большинство станций Нова автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. Много стульев, мало задниц. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я есть Грут. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может, попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Заперта. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда.
Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Эй, слышь на меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Крут. Идемте. И все прояснится. В смысле здесь нет Центуриона Карел? Ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Идемте, Стражи Галактики. Мы отведем вас на Надежду Халы. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Я есть Крут. Круть, круто, круто, круто. Это классное предложение, только... Прости, как там тебя зовут? Можете называть меня Карлос. Точно, точно, Карлос. Слушай, нам правда только штраф заплатить. И мы пойдем своей дорогой, а вы своей на ритуалы, или что там у вас. И все в итоге в выигрыше. Возможно. Вы приняли ее священное обещание? Смотря что она обещала. Чтобы обещание исполнилось, все живое должно принять его всецело. Идемте, уверуйте. Итак, Вилл, нам не вернуться тем же путем. Ладно, меняем план. Обратим их в нашу веру. Народ, летучка! Зачем ты отозвал нас из боя, Питер Квилл? Мы разносили врагов на части! Как будто режу клинком масло! Есть у кого с собой хлеб? Я сражался во множестве битв, но это самое блистательное! Да, блистательно, Дракс! Невероятно и безумно блистательно! Точно! Прямо как сверхновая! Не теряйте голову, смотрите в оба и яростно бейтесь! Кто со мной? Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она не станет. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Мять, но побьет Нова. Кто победил? Вот это ответ. О нет, дело плохо. Я не хочу ждать здесь смерти. Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль Карел в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карел, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Крут. Да ладно. Что за шутки, Карел? Иди, Стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами.
Все остальные идите нафиг! Я предпочту план грызуна. Мы попытались. Зачистить сектор 7. Срочно найти нарушителей. Я знал, что это плохая идея. За парсек было видно. Ты предвидел мятеж на всей станции? Ракета, ну хватит. Да хватит. Говорил же, надо уходить. Мы уходим. Я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке. И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Я от этого денька ждал совсем иного. Эй, ты сказал нам наверх, да? Еще выше. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отсчитать? Глянь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того. Не похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Следующая остановка – ангар. И какой наш стыковочный номер? R734PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Нет, неправда. 4PL. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Что там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ну, вот так! И как следует! Ты сгинешь в муку! Агента! Вот так вот! Включи музыку, Смила! Сжимай! Я тебе кто-нибудь струбный! Это Смила, Агента! Мой корабль! Под контролем! Аккуратней! А меня это сделаем! Внимание! Давай! Пошли, пошли, пошли! Идите, я их задержу! Отправимся на контраксию. Поболтаем за кружкой холодного кататианского отвара. Я не против, но... Надо сперва сообщить о том, что мы видели, так? А тебе нет других проблем, Квилл? Идем, Груз, нас дела ждут. Ракета! Да что с ним? Этот выродок не бывает довольным. Ракета в чем-то прав. Связь накрылась, времени все меньше, а Корел может быть где угодно. Расклад не очень. Мы между молотами ковальными. Между молотом и наковальней? Я это и сказал. Как же нам нужен выходной? Ну, контраксия? Предлагаю лететь на забвение. А, тоже подходящее место для обильных возлияний. Доложить об увиденном. Слушайте, мы с Космо давно знакомы. Он глава охраны. Он проинформирует об этом, кого следует. А трекер и штраф? У ракеты друг на забвении. Мы двух зайцев убиваем. Ладно, задам координаты. Ты бы помирился с ракетой. Эй, парни! Что там? Ничего, Квилл. Ничего. А что случилось с Грутом? Ну, у него дефоляция сезонная.
Я знаю, что ты врешь. Вы что-то задумали. Наши планы тебя не касаются. Отвали ты, Квилл! Вперед на забвение! Вселенной и место лучших сделок на черном рынке. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта Целестиала! Проделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже. Как и лапша. Этому космо точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Вероятно, он все время на связи с корпусом Нова. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку. Что они там делают? Задумали аферу. Прощайте, выхвости! А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? Ты последним с ними говорил. Да, ракета был взбешен. Веди себя прилично, пока нас нет. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся. Говорю же, мы давно знакомы, и он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. А как же ракета и груз? В смысле, как же? Они ушли. Что мне делать? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Не спеши, это твой совет. Извинению не обязательно быть искренним. Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг... Тогда, может, и извинюсь. Ладно. Сообщим Космо о произошедшем, и потом у нас будет время подумать над тем, что делать с ракетой. Если ракета не вернется, нам нужно будет придумать, как избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили, незаконно получим. И как нам найти Космо? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури. Мы познакомились здесь, когда я был сопустошителем. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. В общем, Космо пронюхал о нашем Сьонду Плай. Хотел швырнуть нас в тюрьму. Он держит преступников на коротком поводке. Никто не предсказал того, что сделал Танос. Мантис, что ты... У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, и это та, что боялась работать в команде? Привет. Звездный Рок? Или Рок-звезда? Я Звездный Лорд. Точно. Я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? На какое дело она ссылается? Я не знаю. Здравствуй. С тобой мы не встречались? Я... О, нет. Нет, нет, нет. Этого не... О, бедный. Нет, он лжет! В смысле... О. Где растут катати, попранное обещание дома будет исправлено.
Мантис, ты чего? О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся, первый раз всегда так. Небесная Мадонна. А, вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. А когда не бывает брожения в галактике? Ладно. Ладно, раз вы на меня так смотрите. Была рада повидаться, Гамора. Звездочет, зеленый злюка, пока-пока. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Ты уклончива, женщина. Стоп, женщина? Лучше ты меня еще не называл. Тебе не говорили, что ты как открытая книга? Но ведь в твердой обложке. Я про то, что Мантис кое-что говорит. Мантис много чего говорит. Обычно бред. И он сбывается. Жукоглазка странная. Я понимаю твое нежелание ее обсуждать. Значит, нам их сюда притащить? Нет необходимости. Как схватите цель, вас будет ждать транспорт. По рукам. Будем на связь. Уходим, Грут. У вас грандиозный план? Сдается мне, ты перепутал меня с кем-то. Да брось, ракета, давай поговорим. Нет, но ты его слышал. Ты уйдешь. Ты нам нужен. О, класс, но я в вас не нуждаюсь. Так что поищи кого другого для починки своего корабля. Ты больше, чем... Я знаю эту девушку из миллиона. Питер Квилл. А знаешь, мы, пожалуй, задержимся на минутку. Я ведь помню, как ты дрался в Ахлилия с полуспущенными штанами. Готовься к бою. Всегда готов. Что за... Я не знаю, что все это значит. Мне казалось, что вы друзья, Питер. Или ты забыла обо мне? Что? Нет, брат, конечно, конечно, мы тебя помним, да, Гамора? Да, ты и Питер, вы были на войне вместе. Что? Не бывал я на войне. И кто такая, Гамора? Самая опасная женщина в галактике. Не слыхал про нее? Найми агента. Ты не помнишь, Питер? Круто было! Солайтес! Тебя, Тилдия! О чем он говорит? О-о-о-о! Это песня, верно? Разве? Разумеется, песня! Та, что звучала, когда мы с Питером произносили клятву на крови. Правда? Что, клятва на крови? Серьезный договор, Питер Квилл. Эй, нет-нет-нет, постой. Конечно, я помню. Круто было, и та музыка. То, что я скажу, Питер. Хочешь тряхнуть, старина? Седлай ураган, единый. Как? Тогда... Началось! Ты... Хочешь, чтоб я подпевал? Тут
Я всегда знал, что помру в баре. Ты грекалась, Питер! Резерв не такой! Давай еще! И на этот раз нормально! Поехали! Together to the end of the road to the sky! Let's try twice now, stand to fly! Пой со мной, Питер! Through the pouring rain, flooded, storm rider. Так держать, Питер. Ну, иди же. А у немашки. Смотреть противно. Уходим, Грут. Ты теперь главный опустошитель. Слышал, Йонду отдай срок на Келне. Я? Нет, у меня новый отряд. Ты занимаешься тем своим делом? Нет, дружок. Корпус снова сахал моего подельника на Махлилия. Ну и ладно. Я нашел другого партнера по бизнесу. Скажем, в сфере скотоводства. Ну, типа того. Только ни одна скотина не спарится после того, что она с ними творит. Лишь я не вспомнил, что мне пора. О, правда? Это облом. Что ж, слушай, Фита, я прошу прощения за то, что едва тебя не трешил. О, да ладно, ты бы не выстрелил. Я бы выстрелил. Прямо в лоб. О, Но так не выступают с теми, кто шторм оседлал. Скажи, так что дарю тебе это взамен. Что это? Билет в Империю. Чудес коллекционер. Да, купил его в надежде найти время. Любоваться на них. Ух ты, спасибо, это отпад. Пожалуйста, и запомни. Ладно, пока. Ловко, Питер. Могло быть хуже. Где ракета? Грызун покинул бар, как только понял, что тебя не убьют. Блеск. Я отлучусь. А что произошло? Не выпытывай, Питер Квилл. Не ждите меня. Что это за дела? Эй, Дракс! Куда прешь, звездный лорд? Сам ты прешь, красный урод. Ты это видела? Гамора, Гамора. Значит, я иду в космо один. Так, старик. О чем задумался? Ты веришь, что это край вселенной, Питер Квилл? Верю. Да, ведь так и есть. Так ты сбежал для этого? Глянуть со смотровой площадки на разлом? Нет. Я хотел почтить память своей семьи.
Бессмысленная смерть. Нелепая. Кажется, я тебя понимаю. Мою маму, когда Читаури напали, тоже ни за что убили. Раз ее нет. Но теперь она в лучшем мире. Так? В кататианской религии попасть в Ултат сможет лишь тот, кто прожил жизнь со смыслом. В противном случае тебя ждет вечный Сардут. Наши близкие не в лучшем мире, Питер Квилл, а в пустоте. Так вот, зачем ты здесь? Да. Приблизиться к ним. Поговорить. Видимо, ты считаешь, что это глупо? Нет, нет. Нисколько. У нас верят, что добрые люди попадают на небо и встречаю там своих родных. Небо — хорошее место. Хорошее. Мысли о том, что мама на небе, провели меня через войну. Да и ненависть к захватчикам Читавы. А, ты жаждал мести. Да, ясное дело. Когда Танос убил мою семью, долгое время я верил, что их напрасную смерть можно возместить, отомстив ему. Но потом я осознал, Таноса не убить. Но ты убил его. Я приукрасил, Питер Квилл, чтобы подавить страхи после войны. Спинным мозгом чувствую, он еще жив. Если ты не против, Питер Квилл, мне бы хотелось побыть одному. А, да, ухожу, брат. Питер Квилл. Да. Надеюсь, твоя мать нашла путь на небо. Надеюсь, Космо у себя. Мост закрыть. Туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Переулок, ходи туда. Но мне очень нужно Космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Стоп. Вы знаете мое имя? Ходи или сидеть в тюрьму. Выбирай. Космо! Ты тут? Космо! Норм, совсем не стрёмно. Космо явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь, если найду их. Ты боишься, Питер Квилл? Я непобедимый громила, и я бесстрашен. А вот ты точно сгинешь здесь. Кто здесь? Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Так, приятель, спокойно. Спокойно. Я есть Грут. Хватит с ним любезничать. Рык, ворчание, шипение. Вмять! Я так инфаркт.
что лопачу. Началось. Ух ты, кто попался. Куда прешь, звездный лорд? Что вонючий, грязный земнюк здесь забыл, Росс? Прячется, небось, Гарик? Да, земнюки всегда прячутся. Все же знают, земнюки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Ну, награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земля не все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, Земнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Земнюки и правда на одно лицо. У этого Земнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. Хм. А может быть, звездный лорд? Да неважно. Держи его! Нам сказали завалять Земнюку, которого кушать. Ладно, ладно, ладно. Этот, как его, тайм-аут. Сердце разрывается. Парни, это очевидно. У нас равные силы. Да, и равные. Мы абсолютно непобедимы. А, что ж, это не ась, но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся. Это же улет. Фильм про зомби, захвативших Землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси, я взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Я это предвидела. Слышала о праве по рождению. Это то, с чем ты живешь. Как имя?
Перед отлетом в космос отец... Ах, мам! Я знаю, звучит глупо, как бред, но... Теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Может, это убедит? Ого! Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Думала, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. А у влиятельных есть враги. Влиятелен? В смысле? Он глава целого мира. Точнее, Спарт. Далеко отсюда. Великий был лидер. И потому, как ты заботишься обо всех, я знаю, ты будешь таким же. Быть лидером — тяжелая ноша. Твой отец улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо. Но что-то надвигается. За нами наблюдают. Мам, если не имется доиграть партию, так бы и сказала. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень, но нужна и осторожность. Случится может всякое. Пойду выпущу Кубрика. Я быстро. Жесть! О, черт!